Какая-то хуевая роспись, да? Так, а ну давай, чё? Чё будем рисовать? Какой роспись? Нарисуй жираф. Твой босс с тобой сегодня недоволен. Нормально. Правда, за это ухо его укусили. Майк Тайсон. Не, там, там атака. Он такой сидит, чей? Ай, ноги жирные. Подожди. Марио. Что ты ржешь, я еще не начал. Просто на что это похоже? Я понял, на что это похоже? Какой же ты испорченный, я не успел ничего нарисовать, ты там уже что-то видишь. Это точно Марио или это? В одной руке у него, короче, зажигалка, а в другой руке... Как там Бонг рисуется? Лучше бы с братом ебался, нахер мне этот принцесса. Надо ему глубокий взгляд нарисовать. Это что за пиздец? Я бы на такой не женился. Не твой, вот ты и бесишься. Ты бы ему дал? Так поебал с ноги. Соника знаешь, только Соник? А, да, знаю. Ну, этот, знаешь, каличный этот? Да-да-да-да-да. Ну, типа... Вот этот... ПТЧИК, и там, типа... Читал эти комиксы? Да-да-да. Пропаганда, фу-фу-фу. Не, Жиза, давайте Жизу рисовать. Рисуй Жизу. Ну, это такая Жиза, что... Ну, Жиза, да. Типичный подписчик, не знаю, там... МДК. Но я не подписчик, не, я не МДКшник. Это такой баян! Давай, Натаха, придумывай, что рисовать. Где моя курочка? Курочку покажи. Ой, не то. Фу, ебать, это не я. Как Янукович, блядь, такой, это не я. А так а Баузер? Баузер же. Баузер. Приготовьтесь, сейчас будет реально очень сложно. Это очень сложно. Пикас, бля, сложно, подожди. Ну, браузер, R, ну, убрать, ба. Ну, всё, я понял, окей. Нарисуй Пикачу. Пикачу? Ой, я... Чуть тебя сегодня до жирно потянуло. Ну, гляй на его взгляд. Ну, взгляд такой, знаешь, у него жизненный. Он, короче, познал всю тщетность бытия, короче. Что это такое? Думаю, ты узнаешь. Блин, мне страшно. Кто это? Блять, ну посмотри на прическу. Сейчас его этот официальный прикид такой. Это кто-то, который идет на Донбасс? Ну ты очень близко. Это Путин, да? Да! А Порошенко так, как так нарисовать? Как он выглядит? А как он выглядит? Это не совсем, это какой-то жирный купидон получился. Да, Порошенко у нас это жирный купидон. Да. I believe I can fly. По-рошен... Порошенко. Порошенко. Блин, только сейчас понял, что Порошенко это Рошен, типа Рошен. Ладно. Из фамилии Порошенко, йоу. Ну, Рошен, да. Типа не знаю. Знаешь, такая. Ля, слушай, это какой-то политический у нас будет выпуск, серьезно. Ну, подожди, ну как мы нарисовали этого? Мы нарисовали Путина, мы нарисовали Порошенко. Ну, блядь, ну меня просто не выпустят, если я не нарисую третье звено нашей всей этой херни. Обезьянку. Это у него уши такие или это у него сапоги на ушах? Моооо.
Так и манит чертовка. Да, да, да. Так и хочется. Откусить ему ухо, да, как Тайсон, нахер, так. У него, короче, понял, у него уши, короче, как крылья, и он как муха так на дерьмо, так. А так вот. Не, я сейчас такую историю обидную сделаю. Короче, сидел такой Путин. И тут такой, сейчас, Порошенко такой. Короче. Упал на дерьмо, выстрел, так. Да. Ля, подожди, а маму к любому можно прицепить? Баянист, короче. Гляди, ну идеально ведь подходит, смотри. Ну слушай, это так и манит, чертовка. Боже, я не представляю, как ты с девушкой целоваться будешь. Оближу ее, вот так, знаешь. Я знаю, как ты ее оближешь. Оближешь, понял? Да, да, да. Вот. Ладно.